При правильном использовании закона притяжения вы словно магнит притягиваете деньги в свою жизнь. Канал «Сила в мысли» и Елизавета Волкова представляют. Цитаты про притяжение денег из фильма «Секрет». Фильм «Секрет» — это своеобразное руководство к действию для того, чтобы исполнить любые желания с помощью закона притяжения. Деньги и материальное благополучие также откликаются на действие закона притяжения, и при правильном его использовании вы словно магнит притягиваете деньги в свою жизнь. Сегодня я приготовила для вас подборку самых мощных цитат, аффирмаций из фильма «Секрет» про деньги и процветание. Прослушивая их, вы поймете, как работает денежная энергия и как с ней обращаться, чтобы создать и приумножить богатство в вашей жизни. Мы начинаем. Закон притяжения можно применить к чему угодно в вашей жизни. Процесс творения идет одинаково для всего, что вы хотите создать. И в случае с деньгами нет никаких отличий. Чтобы притягивать деньги, вы должны сфокусироваться на богатстве. Невозможно принести больше денег в вашу жизнь, если вы постоянно переживаете по поводу их нехватки. Ведь вы думаете, что у вас мало денег. Сфокусируйтесь на недостатке денег, и вы мысленно создадите еще больше обстоятельств, когда их нет. Нужно думать о богатстве, чтобы оно пришло к вам. Вам надо подать новый сигнал своим мыслям, и эти мысли должны говорить, что у вас прямо сейчас денег предостаточно. Вам необходимо обратиться к своему воображению и поверить, что у вас уже есть нужные деньги. Это такое увлекательное занятие. Вы заметите, что когда вы воображаете, будто у вас много денег, вы немедленно начинаете чувствовать себя лучше. А поскольку ваше настроение поднимается, деньги текут в вашу жизнь рекой. Вы должны изменить баланс ваших мыслей от недостатка к изобилию. Больше думайте о богатстве, чем о нехватке денег, и весы качнутся в ту сторону. Если вы находитесь в состоянии сознания, что вам очень нужны деньги, это очень мощное чувство, и, конечно, по закону притяжения вы будете продолжать притягивать нужду в деньгах. Самый короткий путь к тому, чего вы хотите в жизни – быть и чувствовать себя счастливым сейчас. Это самый быстрый путь получить деньги и все, что вам еще угодно. Сфокусируйтесь на том, чтобы излучать во Вселенную волны радости и счастья. Таким образом, вы притягиваете к себе еще больше того, что приносит радость и счастье. Не только достаток и материальное благополучие, но и все, чего вы хотите. Чтобы получить желаемое, вы должны посылать сигнал. Если вы будете излучать счастье и радость, они вернутся к вам в виде образов и опыта вашей жизни. Закон притяжения отражает и показывает самые сокровенные ваши мысли и чувства. И они становятся вашей жизнью. Если одно из ваших желаний – деньги, скажите, сколько вы хотите иметь? Я хочу 25 тысяч долларов неожиданный доход в течение следующих 30 дней. Или сколько вы хотите? Это должно быть убедительно для вас самих. Если до сих пор вы считали, что единственный источник денег – работа, немедленно перестаньте так думать. Вы уже догадываетесь, что пока вы так думаете, это должно стать вашим опытом. Подобные мысли не помогают вам. Сейчас вы приходите к пониманию, что для вас возможно богатство и изобилие. И не ваше дело определять, как к вам придут деньги. Ваше дело просить, верить, что вы уже получаете желаемое и чувствовать себя счастливым сейчас. Оставьте Вселенной все заботы по доставке ваших денег. Если вы сфокусируетесь на нехватке или нужде, на том, что вы чего-то не имеете, если вы обсуждаете это с домашними или друзьями, если говорите детям, что у вас не хватает денег, «У нас нет денег на это, ты не можешь позволить себе то», вы никогда не сможете себе это позволить, потому что так вы притягиваете отсутствие желанных вещей.
Если вы хотите жить в достатке, если вы желаете процветания, сфокусируйтесь на достатке. Сфокусируйтесь на процветании. Если вы считаете, что для получения денег вам нужно тяжело и много работать и биться, немедленно выбросьте эти мысли из головы. Когда вы так думаете, вы излучаете эту чистоту и получаете соответствующие картины вашей жизни. Вам нужно создать позитивный настрой по отношению к деньгам, чтобы их привлечь к себе еще больше. Начните радоваться деньгам и ощущать благодарность за то, что имеете. Начните говорить и чувствовать: «Денег у меня предостаточно. У меня куча денег, и они сами стекаются ко мне. Я денежный магнит. Я люблю деньги, и деньги любят меня. Я получаю деньги каждый день. Спасибо, спасибо, спасибо». Все ваши желания осуществляются через внутреннюю работу. Внешний мир – это мир эффектов. Он лишь результат ваших мыслей. Настройте ваши мысли на чистоту счастья. Распространяйте вокруг себя ощущение счастья и радости. Излучайте их во Вселенную изо всех сил, и вы действительно обретете рай на земле. Чтобы притягивать деньги, вы должны сфокусироваться на богатстве. Невозможно привлечь больше денег в вашу жизнь, если постоянно переживать по поводу их нехватки. Полезно использовать воображение и притворяться, будто у вас уже есть столько денег, сколько вы хотите. Играйте в богатство, и вы научитесь хорошо себя чувствовать в финансовом отношении. А когда вы настроитесь позитивно, все больше денег будет приходить в вашу жизнь. Почувствовать себя счастливым прямо сейчас – самый быстрый способ притянуть деньги в вашу жизнь. Сделайте привычкой смотреть на все, что вам нравится, и говорить себе: «Я могу себе это позволить, я могу это купить». Измените свой образ мыслей, и ваши ощущения в области финансов улучшатся. Отдавайте деньги, чтобы притянуть в свою жизнь еще больше. Когда вы щедры, чувствуете себя хорошо и делитесь деньгами, вы как бы говорите: «У меня их много». Визуализируйте деньги, приходящие на ваш счет. Сместите баланс ваших мыслей в сторону богатства. Думайте о богатстве. Лиза, можете сказать вы, сказать все это проще, чем сделать и жить так. Согласна. Поэтому я и создала свою школу и обучаю там регулярно на курсах и марафонах тысячи людей. Ведь регулярная практика под руководством профессионального наставника и сообщества единомышленников – это самый лучший способ трансформации. Друзья, если вас тяготят финансовые трудности, то знайте, что ситуацию можно изменить до неузнаваемости. Можно изменить жизнь на 180 градусов. Даже если сейчас вы живете в постоянном режиме экономии, забыли, когда в последний раз отдыхали на море, никак не накопите на первый взнос на ипотеку или машину, карьера не двигается и вам не повышают зарплату, сходите с ума на нелюбимой работе и мечтаете найти дело по душе, хотите открыть собственный бизнес, но никак не можете решиться. Именно вам я рекомендую посетить мой бесплатный онлайн-мастер-класс про исполнение денежных желаний под названием «Стань магнитом для больших денег». Согласитесь, одной разовой аффирмации недостаточно для того, чтобы глубоко прокачать денежное мышление и, наконец, открыть поток изобилия в вашу жизнь. Мой мастер-класс станет для вас отправной точкой в мир больших денег и финансовой свободы. Я дам вам эффективный алгоритм повышения дохода. Расскажу, как избавиться от ограничивающих убеждений и страхов. И объясню, как работать со своими мыслями, чтобы деньги всегда приходили к вам в большом количестве. Уже через несколько месяцев вы сможете повысить свой доход в 2-3 раза, даже если сейчас вы понятия не имеете, как это сделать. Дальше больше, ограничений нет.
Переходите по ссылке в правом верхнем углу экрана и заполняйте короткую форму регистрации. После этого вы получите письмо или уведомление. Там и будет ссылка на мастер-класс. Увидимся с вами онлайн в назначенное время. Довольно сидеть в плену у собственных ограничивающих убеждений и мириться с тем, что не приносит вам счастья, будь то нелюбимая работа или низкий уровень жизни. Вспомните мотивирующие цитаты из фильма «Секрет». И всегда помните, что ваша сила и ваш потенциальный успех в знаниях и в правильном их применении. Именно такие жизненно важные знания я даю совершенно бесплатно на своем авторском мастер-классе «Стань магнитом для больших денег». Ссылка на регистрацию также оставлю в описании под видео. Переходите по ссылке и регистрируйтесь прямо сейчас. И не забудьте поставить лайк, если тема финансового изобилия вам интересна. Так я буду знать, какие практики подготовить для вас в следующий раз. Пока!